Женя вздохнул. Но они болеют цингой. Цепаны рабуа, куту сагэн паса, цесэна ладикю пусэн кинонопа. Цепаны рабуа, куту сагэн паса, цесэна ладикю пусэн кинонопа. Евгенио, Макарена. Теперь на Монмартре. А теперь наш
к сожалению, он последний остался в оркестре Чуванчика сегодня. Потому что Максима уже все-таки призвали в армию. Да ладно? Да. Все, паркетные войска. Паркетные? Паркетные. Я не знаю, что такое. Я знаю, не это. Вот Жень помогает тебе. Ну, угадывайте. Да. А что, мы знаем и так. Так, ну вот так. Ладно. Невеста графа, да? Да. Дальше имя. Да ладно. Уже угадали, нет? Невеста графа де Лафер, всего 16 лет, таких изысканных манер. Легкого заработка на кубе. Да?
Оркестр чуланчика, они ушли, и слава богу.